Левиты, молодцы. Пожалуйста, проходите, садитесь. Пожалуйста, можете вперед проходить. Как приятно видеть такую аудиторию. Надо чаще поститься. И людей будет больше. У нас раньше было 7 дней, потом еще 7 дней без поста. Надо 7 дней с постом и еще 7 дней с постом. После короткого перерыва. Итак, друзья, поздравляю вас. Благодарю Господа за каждого, кто согласился в этом году пройти этот путь, пройти эту неделю в глубоком смирении, в посте и молитве. Этот пост у нас проходит под девизом «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь превосходнейший». Практически все это время это будет не что иное, как время, когда мы будем ревновать о дарах больших. Что-то сделано, что-то достигнуто, что-то уже имеется в нашей жизни. Но мы не хотим довольствоваться тем, что у нас есть, и мы хотим идти дальше. Какие дары, такие и пути. Если дары большие, значит путь превосходнейший. Если дары прежние, пути прежние. Поэтому мы зависим от даров. Какие дары? Такова и личность, таково служение, таковы достижения и таковы победы. Господь говорит, что не мерою дает духа просящим у Него. И этот год 2015, как бы там нам ни пророчили эксперты, специалисты в области будущего, у Господа приготовлено для меня, для тебя и для каждого из нас свое прекрасное будущее. И вы знаете, смысл этой молитвы заключается в том, чтобы войти не в то будущее, которое мне приготовил дьявол, люди, страна, мир. Я хочу войти в то будущее, которое мне приготовил мой Бог. Библия говорит, воззовите ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь, ибо только я имею намерение о вас, намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Моя будущность в руках моего Господа. И еще написано, что Господь никогда ничего не творит на земле, не открыв тайны своей рабам, своим пророкам. Так вот, мы его рабы. И Павел говорит, хочу, чтобы все вы пророчествовали. Потому что пророчествующий превосходнее того, кто молится на языках. Поэтому так бы хотелось, чтобы это была глубокая молитва. Год от года мы взрослеем. И давайте согласимся, наши сегодняшние молитвы не похожи на молитвы десятилетней давности. Когда я был младенцем, я по-младенчески молился. А когда стал мужем, я молюсь по-взрослому. И я думаю, даже сегодня отношение к молитве, оно должно меняться в зависимости от того, какой наш возраст. Оставивши начатки учения Христова, Павел говорит, давайте поспешим к совершенству. И очень бы хотелось, чтобы пост 2015 отличался от молитвы и поста 2014. Господь ничего не делает на земле, не открыв тайны своей рабам, своим пророкам. Поставьте себе цель. Господь, открой мне тайну Твою. Тайну относительно моего будущего. Тайну относительно моего завтрашнего дня. Тот, кто ходит во тьме, спотыкается. Но кому Бог открывает тайну, он будет ходить во свете. Я хочу ходить во свете. Я не хочу спотыкаться. Я не хочу быть жертвой провокации.
жертвой профанации и какого-то обмана. Я хочу быть тем, о ком написано. Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божии. Итак, сегодня первый день, и ревнуя о дарах духовных, мы должны с вами понимать, что дары Духа Святого действуют в чистом сердце. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Это чрезвычайно важно. Поэтому сегодня мы поговорим об освящении. Мы поговорим о том, как важно иметь чистые руки без гнева и сомнений. Как важно иметь чистую совесть, которая является основанием непоколебимой веры. Я думаю, здесь много женщин, и все знают, что такое просто уборка в доме. И что такое генеральная уборка. Когда даже шкафы отодвигаются, и оттуда все выметается. Когда даже ты забираешься на шкафы и смотришь, вау, жизнь налаживается. Знаете, есть уборка, а есть генералка. Так вот, пост – это просто уборка. Господь благослови, очистит. Я не упрощаю. Но когда пост и молитва – это генеральная уборка. Ну, если упрощать вообще, как сказать, ну, приземлять духовные категории, мы сегодня говорим, Господь, Дух Святой, испытай меня, Боже. И зри, не на опасном ли я пути. Испытай меня, Боже, очисти меня от всякой скверны, от всякой грязи, от всякой нечистоты. Господь, я хочу быть чистым. Я хочу Тебя видеть. Блаженны чистость, ибо они Бога узрят. Поэтому пусть Бог в этот вечер совершит генеральную уборку в наших мозгах, в нашем сердце и во всей нашей внутренности. Амен. Амен. Итак, первое место, которое я хотел бы прочитать, это Евангелие от Матфея, 5 глава, 8 стих. Это как раз основа или название этой проповеди. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. И вот это тема сегодняшней проповеди. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Второе место – это притчи 4, 23, 27. Притчи 4, 23, 27. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Блаженны чистые сердцем, потому что чистое сердце – это источник жизни. Грязное сердце – это источник смерти. Чистое сердце – это источник жизни, потому что когда чистое сердце видит Бога, из чрева текут реки воды живой. Потому что то, что ты видишь, в то ты и преображаешься. Если ты смотришь на проклятие, однажды ты отождествишься с проклятием. Если ты смотришь на славу Божью, ты будешь преображаться в тот же образ. Амен. Как кто-то из мудрецов сказал, если ты будешь заглядывать в бездну, бездна однажды начнет заглядывать в тебя. И как знать? Может, и поглотит. И это не проблема, если ты заглядываешь в бездну богатств и премудрости Божьей. Пусть бездна богатств и в меня заглядывает, и пусть она поглотит. Ты ничем не рискуешь, когда заглядываешь в бездну Божьих богатств. Но горе, если из-за любопытства человек начинает заглядывать в сатанинские глубины.
тогда и глубины сатанинские начнут заглядывать в тебя. И чем это может закончиться, как знать. Поэтому то, на что мы взираем, однажды в то мы будем преображаться. Блаженны чистые сердцем, ибо они будут взирать на славу Божью и преображаться в тот же образ. И из чрева будут течь реки воды живой. Вот почему мудрый Соломон говорит, больше всего хранимого храни деньги свои. Их тоже надо хранить. Больше всего хранимого храни сердце свое. Амин. Потому что сердцем веруют. Сердце – это колыбель веры. И еще. Почему важно хранить сердце? Потому что сердце – это твой микрокосмос, в котором обкатываются все схемы, сюжеты и поступки, которые завтра будут проявляться в твоем макрокосмосе. Из невидимого происходит видимое. Прежде чем совершить какой-то героический поступок, человек этот поступок обкатывает в своем сердце. Он думает, как бы это правильно сделать. То есть сердце – это микрокосмос, это внутренний полигон, на котором ты обкатываешь свои завтрашние действия и поступки. Вот почему хранить надо сердце свое. И Библия говорит, не давайте место дьяволу, чтобы дьявол на твоем внутреннем полигоне не обкатал беззаконие. Каин, прежде чем убить Авеля, поверьте, не сразу, вот мысль пришла, он даже не знал, как это делать. Мне кажется, тысячи раз он прокрутил внутри себя этот сюжет. Именно сердце дает тебе разрешение на осуществление твоих поступков в твоем внешнем сообществе. Амин. Поэтому, когда мы сегодня, друзья, здесь находимся, прежде всего, что бы хотелось? Хотел, чтобы Дух Святой провел ревизию нашего сердца. Как написано, с одной стороны, из сердца исходят злые помыслы, а с другой стороны, из сердца источники жизни. Противоречие? Нет, не противоречие. Если это чистое сердце, из него источники жизни. Там Бог обкатывает свою модель. Ты еще не проповедовал на улице, а ты уже в сердце своем так моделируешь ситуацию. Я на улице, никого нету. Идет один человек, я к нему подхожу. Ты моделируешь ситуацию. И блажен человек, в сердце которого моделируется Божья программа. Я слежу за тем, чтобы в моем сердце Бог обкатывал программу моего завтрашнего действия. Амин. Потому что из невидимого, из моего сердца происходит видимое, мои реальные поступки. Перед нами год. Сколько будет событий? Сколько будет битв? Сколько будет встреч? Сколько будет сражений? Сколько будет испытаний, искушений? Сколько будет вызовов? И мы сегодня здесь перед Богом говорим, Бог, пожалуйста, пусть в моем сердце рождаются картины будущего, картины будущих побед, картины покорения новых вершин. Господь, открой мне картину завтрашнего дня. Библия говорит, что Дух Святой, Он наставляет нас на всякую истину и возвещает нам будущее. Господи, помоги нам видеть это будущее. Блаженны чистые сердца, ибо они Бога узрят. Давайте согласимся, друзья, что сердцу очки не нужны. Оно либо видит, либо не видит. Нигде в Библии не написано «сердце в очках». Человек в очках, а сердце либо оно видит, либо оно
не видит. Вы знаете, экстрасенсы, они практикуют свое внутреннее зрение, и они стараются, оказываясь в какой-то ситуации, почувствовать духовный мир, потому что духовный мир – это штука реальная. Там есть бесы, там есть ангелы. В духовном мире есть духовная пища, есть духовное питье, есть духовные враги, есть духовные друзья. Вот давайте возревнуем. Что такое ревновать о дарах духовных? Знаете, это очень просто. Господь, открой мое духовное зрение, чтобы я видел. Прозреть хочу. Помните, как этот слуга Гиезия, слуга Елисея, извините, Гиезия, слуга Елисея. Елисей находится на горе вместе со своим помощником. Вокруг сириане. И Гиезий смотрит на Елисея. Почему он такой спокойный? Да потому что Елисей видит что-то, то, чего не видит его помощник. Что такое ревновать о дарах духовных? Господь, открой мое духовное зрение. Амин. Потому что когда ты видишь реальность духовного мира, твое состояние и поведение отличается от человека, который не видит этой реальности. Ревновать о дарах духовных, это означает, Господь, хочу прозреть. Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Иисус, сын Давидов, открой мне глаза. Вы знаете, быть материалистом и видеть только материальный мир, видеть только проклятие, видеть насилие, проституцию, ЛГБТ и современную европейскую реальность, это быть самым несчастным человеком. Но что то, что ты видишь, в то ты и превращаешься. Но насколько блажен человек, который сквозь материальную реальность видит реальность Царства Божьего. Сюда добавляется еще один тезис. Прежде всего, ищите Царство Божьего. Как вы видите, Царство Божье – это материальное царство или духовное? Это духовное. Царство Божье – это невидимое? Невидимое. Поэтому в этом тезисе «прежде всего ищите Царство Божьего» сокрыт глубокий смысл. Постарайтесь открыть духовный взгляд на реальность Царства Божьего. Амин. Нам необходимо сегодня молиться и говорит: Господь, открой мне глаза. Если написано «чистые сердцем Бога узрят», то это означает, чистота сердца – это условие моего духовного прозрения. Амин. Вы знаете, вопрос не в том, ты не пил, не курил, белочек с руки. Вопрос не в том. Иногда святость ради святости загонит тебя в трясину самоправедности. Ты не Бога не видишь, ты себя видишь, который превосходит тех грешников. Я благодарю Господь, что я не такой, как они. Нам не нужна святость ради святости. Нам нужно чистое сердце только для того, чтобы увидеть великого и всемогущего Бога. Вы со мной, нет? Я знаю, что такое религиозное смиренно-мудрие. Когда человек воздерживается от этого, от того, от третьего. Он чист, он свят. Но видит ли он Бога? Давайте согласимся, далеко не все видят Бога. Поэтому, когда мы сегодня говорим о святости, нам нужна святость ради одного, чтобы в моем чистом сердце обитал Дух Святой. Чтобы мое чистое сердце видело великого Бога и преображалось в тот же образ, как от Господня Духа. Давайте вместе скажем. Мне нужно чистое сердце только для того, чтобы, взирая на славу Божью, преображаться в тот же образ, как от Господня Духа. Дух Святой, открывай мои глаза, чтобы я видел красоту закона Твоего, чтобы, взирая на Твое величие, иметь великую судьбу, чтобы, взирая на Твое владычество, я мог владычествовать и обладать этой землею. Мне нужно чистое сердце,
чтобы мое тело было храмом, в котором обитает Дух Святой. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты отвечаешь и сделаешь несравненно больше, о чем мы просим и о чем мы помышляем. Халлелуйя! Халлелуйя! Вы знаете, есть святые люди, но они такие скучные. Они такие неинтересные. Они такие серые. Потому что они считают, что чистые стены его внутреннего храма осчастливят его. Отвечаю, тебя осчастливят не чистые стены твоего внутреннего дома, а тот, кто в этом доме живет. На чем ты делаешь акцент? Меня счастливым делает Иисус Христос, который обитает в моем сердце. Именно Он прощает меня, Он вдохновляет меня, Он делает меня личностью, человеком с большой буквы. Амин. Я повторяю, святость ради святости, она загонит тебя в трясину религиозной самоправедности. Помните, чистый дом, убранный, выметенный, все чисто, все четко, но он пустой. И чем это заканчивается? Мы все знаем, чем это заканчивается. Природа не терпит пустоты. И поверьте, на выметенные, устроенные и чистые дома спрос гораздо больше, чем на бомжатник. Вы со мной, нет? Если я уж и претендую на чистоту, но не только, не для того, чтобы мои вчерашние грехи, мои вчерашние бесы, они вернулись и захватили семь злейших. Мне нужно чистое сердце не для того, чтобы вчерашнее проклятие, умноженное в семь раз, оно возвратилось. Мне нужно чистое сердце только для того, чтобы Бога увидеть, Бога услышать, чтобы увидеть славу Божью. Как помните, 62-й псалом, когда Давид говорит: «Боже, от ранней зари ищу Тебя, по Тебе томится плоть моя, в земле пустой, сохшей и безводной, чтобы видеть славу Твою, которую я видел во святилище». Господи, открой наши глаза, чтобы видеть славу Твою. Когда Стефана побивали камнями, он не видел летящие камни, он видел что-то другое. Он взирал на славу Божью, он видел престол Божий, он видел сидящего на престоле Отца. И Христос, который встал и принимал его как настоящего героя и победителя. Почему в отчаянных обстоятельствах кое-кто не отчаивается? Знаете почему? Потому что кроме отчаянных обстоятельств эти люди видят кое-что другое. В этом ужасном, чудовищном, сумасшедшем, несправедливом мире у них есть духовные глаза, чтобы видеть Бога. Вот секрет нашей стабильности, нашей непобедимости и нашей уверенности. Амин. Поэтому моя молитва сегодня не просто, чтобы что-то произошло, разрушить какую-то зависимость. Я умоляю. Вы понимаете, вопрос, для чего это тебе нужно? Вы понимаете, когда пророк был в храме, и он увидел Господа сидящего и херувимов, серафимов, которые окружали и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, в присутствии святости». Любой грех, он просто человека превращает в ничтожество, в недостоинство. И в присутствии максимальной божественной святости пророк, который находился на вершине всех духовных стандартов, он говорит: погиб я, ибо я человек грешный, я человек с нечистыми устами, я живу с народом с нечистыми устами, и глаза мои
видели Бога. Что такое святость? Святость – это не просто скучное религиозное обличие, скучное религиозное цель. Святость – это манифестация Его красоты, величия, могу, влияния, владычества, перед которым человек становится ничтожным. И он говорит, я недостоин. И Господь говорит, я святой Бог, всемогущий Бог, и мне нужен человек, с которым бы я работал, сотрудничал, который бы излагал мои мысли, кто пойдет для нас. И он говорит, я недостоин. Вы знаете, все подчинено цели. И освящение, и очищение, и раскаяние, и все остальное, оно подчинено. Для чего это тебе нужно? Для чего тебе нужно? Цель. Освящение. Прощение грехов. Разрушение родословного проклятия. Мне нужно не только для того, чтобы легче стало. Все это мне нужно только для того, чтобы стать сотрудником твоим. Чтобы быть инструментом в твоих руках. Чтобы быть голосом, вопиющим в пустыне. Чтобы быть слугой твоей, посланником твоим. Поэтому этот пророк сказал, Господь, ты святой, а я грешный. И у нас сотрудничество быть не может. Ты на высоте, а я здесь, в прахе. И Господь говорит, ты на самом деле хочешь быть сотрудником моим? Ты на самом деле хочешь пойти моим путем? Вы понимаете, смысл освящения, хочешь ли ты служить Богу? Если это тебя будоражит, будь уверен, процесс очищения и освобождения пройдет на раз, два, три. Он говорит, ты в самом деле хочешь служить мне? Да, Господь, на самом деле. Ты в самом деле хочешь пойти по этой грешной, проклятой земле и возвещать мою правду? Да. Ангел сказал, возьми этот уголь с жертвенника, прикоснись к его устам. Сколько времени это заняло? 15 лет? 25 лет? 90 лет? Вопрос в целях. Вопрос, во имя чего тебе нужен огонь? Во имя чего тебе нужно очищение, освобождение? Если во имя служения Богу это не займет у тебя полжизни. Я борюсь пол... Не надо бороться пол. Объясни себе, зачем тебе это нужно. Если машина стоит на колодках, не надо ее чистить и полировать. Все, что стоит в гараже на колодках, не нуждается в чистоте. Какая разница, грязная эта машина, чистая машина, обслуженная, она никому не нужна. Нам нужна чистота и святость ради того, чтобы прославить нашего Господа и чтобы Его Царство утвердить на этой земле. Мотивация для чего? И ангел взял этот огонь, и он прикоснулся к устам. И что он сказал? Нечестие твое удалено от тебя. И грех твой прощен. Все. Мне бы так хотелось, чтобы сегодня мы разобрались в себе, чего мы хотим. Все зависит от цели. Все зависит от цели. Какая цель? Если ты не хочешь служить Богу, зачем тебе чистое сердце? Зачем тебе вообще вот эта святость и праведность? Какая разница? Но если ты хочешь служить Господу, это принципиально. И грех твой прощен, и нечестие твое удалено от тебя. И совершенно в новом качестве, в чистом сердце родился этот клич. Вот я, пошли меня. Это другая самооценка. Это другой взгляд. Это взгляд Божий на самого себя. Давайте откроем сейчас еще одно место. Это Псалом 44. Секрет освящения или очищения. Что нужно для того, чтобы возненавидеть грех? Что нужно для того, чтобы возненавидеть беззаконие. Вы понимаете,
любовь к чему-то одному есть ненависть к чему-то другому. Это все по-настоящему. Конечно, если человек ни рыба, ни мясо, то он не поймет, о чем идет речь. Но если человек настоящий, если человек целеустремленный, он должен понимать, что секрет освящения или очищения сокрыт в том, что если человек любит что-то одно, он ненавидит что-то другое. И если человек ненавидит что-то одно, это означает, он обожает что-то другое. Потому что любовь – это обратная сторона ненависти. А ненависть – это обратная сторона любви. Ненависть любит, а любовь ненавидит. Это очень сложно для, иногда бывает, вот для нашего харизматического уха. Но истина, она есть истина. Давайте прочитаем. Псалом 44. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя Божий Бог твой и леем радости боли соучастников твоих. Вот в этом стихе, стих номер 8, это как квинтэссенция того, о чем мы рассуждаем сегодня. Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь превосходнейший. Скажите, пожалуйста, кто ревнует о дарах? Тот, кто жаждет помазания. Здесь написано, кого Господь помазал? Елеем радости более всех соучастников. Я хочу помазания. Ты хочешь помазания. Тот, кто по-настоящему хочет помазания, он должен что-то просто абсолютно и максимально любить, а что-то абсолютно ненавидеть. Это характер Бога. Читаем. Он возлюбил правду. Настоящая любовь, она предполагает ненависть к чему-то. Он возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Вот ключ помазания. Вот ключ к дарам Святого Духа. Что-то любить, а что-то ненавидеть. Он говорит, нет, Бог не может ненавидеть. Бог – это любовь. В том-то и дело, там, где есть настоящая любовь, там есть настоящая ненависть. Любовь к правде и ненависть к беззаконию. А если мы либеральны, честно говоря, сегодня несколько раз рассуждал, думаю, Господи, так что же это с французами творится, а? Да что же они, обезумели, что ли, или нет? 17 человек расстреляли, пролилась кровь, каких-то 1,5 миллиона. Вышли на улицу и говорят, мы защищаем свободу слова. Когда я зашел на сайт и посмотрел, что это за редакция этого ненормального журнала, там, где карикатуры не только на Мухаммеда, когда я увидел карикатуру на Святую Троицу, Отец, Сын и Дух Святой в гомосексуальном спарении, я думаю, богохульство, вы что творите, а? И вы говорите, это свобода слова? И миллионы людей выходят и говорят, мы за свободу слова. Очнитесь, люди! Тот, кто любит правду, тот будет ненавидеть беззаконие. Что это за толерантность такая, а? В каком безумном виде Рождество Иисуса представлено? Пошло, богохульно, мерзко, отвратительно. И 20 президентов стран собрались. Мы за свободу слова очумели в конец. Там, где нет реального Бога, там нет здравого смысла. И эта редакция заявляет, мы будем продолжать печатать карикатуры на Мухаммеда. Вы что, обалдели? Вы хотите, чтобы не 17, а 17 тысяч погибло? Вы что, хотели перевоспитать мусульман? Я когда смотрю на это, думаю, Боже, что? Или со мной что-то не в порядке? Или с людьми что-то не в порядке? Да что же это творится? Свобода слова и богохульство – это не одно и то же. Свобода слова и оскорбление личности – это не одно и то же. Свобода слова и богохульство, когда топчется святыни Божьи. Возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Мы такие толерантные, мы хотим быть хорошими для всех. Знаете, что Библия говорит? Библия говорит, горе тебе, горе вам, горе мне,
если я и к правде, и к беззаконию отношусь толерантно. Это называется мерзость. Это называется мерзость. У нас должны быть критерии внутри. У нас должен быть какой-то водораздел. Я это люблю, а это я ненавижу. Бог ненавидит мерзость. Написано в другом месте, что мерзость в глазах праведного, идущий путем нечестивым. И в то же время, то же самое, мерзость в глазах нечестивого человека, тот, кто идет путем праведности. А знаете почему? Потому что на стороне правды кто? Ну, вы скажите, а? Ну, мы все знаем, кто автор правды. Это Бог. И я задаю вопрос, а кто автор нечестия? И как вы думаете, между ними там мирное сосуществование? Дьявол ненавидит Бога. Поэтому лжет, клевещет, топчет, богохульствует. И Бог говорит, мерзость. Поэтому, братья и сестры, мы должны освободиться от европейской либеральной философии, которая терпимо относится и к тому, и к другому. Не видеть нам даров, как своих ушей, если мы будем дальше пребывать в либеральном и формате двойных стандартов. Возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Поэтому помазал Господь Бог его елеем радости больше всех соучастников. Кто-то нам сегодня, если бы этот стих зачитать сегодня в европейском пространстве, сказать, вот экстремисты, вот экстремисты. А у меня вопрос, а когда христиане говорят, что гомосексуалисты, лесбиянки, педофилы, это мерзость, нам рот затыкают и говорят, ты не имеешь права говорить и оскорблять права секс-меньшинств. Подождите, а? А почему тогда? Где свобода слова, а? Мерзость. Дьявол хочет взять монополию на свободу слова и говорит, все, что я говорю, это свобода слова. А все, что вы говорите, это дискриминация. А вот и нет, а вот и не выйдет. Наш Бог есть справедлив. И хотите, пророческое слово, открывается гнев Божий на всякое нечестие и на всякую неправду, которая подавляет истину ложью. И есть Божий суд, и есть справедливые суды, кроме французских, германских, европейских, страсбургских, есть Божий суд на перстнике разврата, есть грозный судья, он недоступен звону злата, и мысли и дела он знает наперед. Мы хотим святости, да не для того, чтобы уютнее жить. Да мы хотим святости, да не для того, чтобы никого не задевать. Мы хотим увидеть суды Божьи над всяким нечестием на нашей земле. Мы хотим видеть, как нечестивых Господь уберет с земли, а праведники будут наследовать эту землю. Аминь. Нам не нужна святость ради святости. Мы знаем, для чего нам нужно быть святыми, чтобы царством овладели. Святость для царства. 5 раз скажите это. Амин. Амин. И еще одна хорошая, добрая новость. Библия говорит, что святые усилятся. Святые и чтущие своего Бога усилятся. Святые не уйдут со своей арены. Святые вернутся. А еще, написано, святые и чтущие своего Господа усилятся и будут действовать. В 2015-м погоду будут делать в Латвии не беззаконники. Погоду в Латвии будут делать. Вот зачем мы сегодня смиряемся и говорим, Господь, яви славу свою, яви свою мышцу, яви свое владычество, яви царствие твое. Аминь. И еще апостол Павел, знаете, что говорит? Разве вы не знаете, что святые будут судить мир? Не мир будет судить,
святых. Святые будут судить мир. Короче, жара будет в этом году. Имеющие уши слышать, да слышат. Потому что это пророческое слово. Это не просто для того, чтобы душе легче стало. Я умоляю, подыши свежим воздухом, и тебе и так легче станет. Мы хотим, чтобы Латвии легче стало. Мы хотим, чтобы Богу стало легче. А чтобы дьявол задохнулся и ушел с нашей дороги. Закричи громко: «Халлелуйя! Мы с тобою на пороге грандиозных роковых перемен! Так решило небо!» Аминь! Халлелуйя! Воздай славу нашему великому Господу! Ефесянам 3, 16, 18. Ефесянам. Ефесянам — это после Галатам. После бытия. Где-то в ту сторону. В сторону откровения. Ефесянам 3, 16, 18. Невероятно интересное место. Невероятно интересное место. Я еще раз говорю, что освящение – это не только чистые стены моего внутреннего дома. Освящение – это когда в моем чистом сердце обитает Дух Святой и обитает Иисус Христос. Если в этом выметенном чистом доме никто не обитает, туда дьявол зайдет. А я хочу, чтобы в моем чистом сердце, в моем чистом освященном разуме обитал драгоценный Спаситель Иисус Христос. Вы понимаете, великое благочестие тайны. Если говорить о святости, что такое святость, освящение? Это когда великое благочестие тайна становится реальностью. Что за великое благочестие тайна? Бог явился во плоти. Скажи, смысл моего освящения, смысл моего раскаяния, смысл моего обновления — великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Я хочу, чтобы в моей плоти явился Бог великий и всемогущий, чтобы осмысленно я мог однажды провозгласить: тот, кто во мне, больше того, кто в этом мире. Халлелуйя! И я больше, чем победитель. Аминь. Давайте прочитаем смысл освящения. Ефесянам 3, 16, 18. 3, 16, 18. С 14 Павел тоже проводил посты и молился с церквами. И смотрите, о чем он молится. «Для сего преклоняю колено мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле». Мы должны знать, какому Богу мы служим. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши». Смысл освящения — не столько чистый дом, сколько хозяин этого дома. Аминь. Для кого я очищаю этот дом? Перед кем я смиряюсь и раскаиваюсь в своих грехах? Для чего я прошу кровь Иисуса, пусть омоет меня? Да не просто, чтобы чистое сердце иметь. Пусть чистое сердце узрит Бога и скажет: обитай во мне. Разве вы не знаете, что Иисус Христос живет в вас? А если Христос в вас,
тело мертво для греха. И ты не будешь кричать, бороться. Христос вытеснит в своей святости всякое беззаконие. Смысл освящения, чтобы Христос утвердился в моем внутреннем человеке. Скажи вместе со мной, смысл моего освящения, чтобы Иисус Христос утвердился в моем внутреннем человеке. А если Христос в нас, тело мертво для греха. Тело мертво для греха. Если Христос не живет в тебе, ты с грехом будешь бороться еще следующих 90 лет. Ключ победы над грехом – Христос, который живет в тебе. Но Христос никогда не будет жить, если чистое сердце не узрит Бога. Понимаете, как мы прочитали в 44-м псалме, только максимальная любовь к Богу породит в тебе ненависть к греху. И еще один очень простой ключ. Никакие схемы харизматические не помогут тебе победить грех, пока ты лично не переживешь его сумасшедшую, безграничную любовь. Следующий пункт. Любовь к Богу обеспечит тебе максимальную победу над грехом. Потому что когда ты в любви, когда ты исполнен Духа Святого, когда ты во святилище, когда каждая фибра твоей души пропитана святым, великим Духом Святым, у тебя никогда не возникнет желания грешить. У тебя никогда не возникнет желания гордиться. У тебя никогда не возникнет желания кого-то унижать, топтать и уничтожать. Потому что Дух Святой наполняет тебя, Он наполняет тебя сущностью самого Бога, в котором нет греха. Амин. Поэтому я прошу, Бог, хочу, чтобы ты больше, еще глубже утверждался в моем внутреннем человеке. Чтобы на престоле моего сердца восседал ты, драгоценный Спаситель Иисус Христос. Чтобы ты смотрел моими глазами. Чтобы ты говорил моими устами. Чтобы ты ходил моими ногами по этой грешной земле. Чтобы ты действовал моими руками. Чтобы люди, смотря на меня, могли видеть тебя. Друзья, вот смысл освящения. Не просто просмотреть кулинар, что я пью, что я ем, что я делаю. Господи, смысл освящения, чтобы Бог был виден в моей жизни. Как Иисус сказал, кто видел меня, тот видел Отца, потому что Отец во мне. И так бы хотелось, друзья, чтобы мы сбросили с себя всякие ненужные, отжившие, религиозные, харизматические доктрины и просто сказали: Бог, вот ничего не понимаю. Было и то, другое, третье, старался и то делать. И одно только прошу, только одно желание мое – быть к тебе ближе. Одно только желание – заглянуть в твои глаза, очисти сердце, чтобы хоть раз лицом к лицу мы могли с тобой встретиться. И когда ты лицом к лицу встретишься с ним, ты как Моисей, ты будешь сиять. У тебя лицо будет другим. У тебя жизнь будет другая. Нам не нужны просто выметенные, очищенные дома. Нам не нужны безгрешные, скучные религиозные деятели. Нам нужен Иисус Христос, обитающий в нас, спасающий грешных людей, изгоняющий бесов и разрушающий всякое проклятие. За мной люди не пойдут. Не такой я уж супермен, чтобы мною кто-то восхищался. Я знаю себе цену, но я знаю, что когда Иисус Христос отразит свои черты, свою славу,
за мной миллионы пойдут. Потому что людям Алексей не нужен, людям нужен драгоценный Иисус Христос. И эту тайну Бог открывает в последнее время. Наше богатство во Христе Иисусе, наш успех во Христе Иисусе, наше влияние во Христе Иисусе, наши достижения во Христе Иисусе. Кто видел меня, пусть тот видит Иисуса. Пусть это будет главный посыл сегодняшней молитвы. Иисус, ради Тебя. Иисус, чтобы быть Твоим слугой. Иисус, чтобы Царство Твое утвердилось на этой земле. Я сегодня смиряюсь. Я сегодня от чего-то отказываюсь. Я с чем-то сегодня расстаюсь и прошу Тебя. Главное, с Тобой не расстаться. Главное, чтобы Тебя не потерять. Главное, чтобы Тебя любить больше всего на свете. Потому что освящение – это разобраться в своих чувствах, куда тебя тянет. И не надо просто говорить пустые слова. Если ты потерял любовь к Богу, просто сегодня будем молиться. Не надо говорить ни о чем. Если Господь оскудела моя любовь. Когда звучит твое имя, это не вызывает во мне никаких эмоций. Наверное, мое сердце очерствело. Какой грех страшнее? Сексуальное извращение или самоправедность фарисейская? Должен напомнить, что Христа не гомосексуалисты распяли. Там была какая-то другая статья. Мы придумали себе в мозгах степень тяжести греховного списка в глазах Божьих. Все по-другому. Боже, избавь нас от всякого греха. Господь, избавь нас от всего, что мешает нам с Тобою иметь глубокие, полноценные отношения. Я прошу Тебя, драгоценный Святой Дух, сердце чистое сотвори во мне и Дух правый обнови внутри меня. Вы знаете, героизм в чем заключается? Героизм заключается не только в том, что ты настолько смел, что можешь смело перешагивать дедлайн или вот эти красные линии. Давид умел грешить. Он был смел, он был авантюрист. Но когда он чувствовал, что с Богом теряется контакт, он находил в себе мужество падать и говорил: Бог, только не это. Только не это. Только Духа своего святого не отними. Он умел грешить, но гораздо больше он умел раскаиваться, чего нам не хватает. Что его Саула беспокоило, что люди скажут. Я согрешил, но почти меня перед людьми. Бедный, несчастный человек. Что такое люди? Кто такие люди? Сегодня кричат осана, а завтра они тебя на гвозди повесят. Но есть Бог, который имеет совершенно другое отношение. Что такое освящение? Освящение – это не ходить перед людьми, угождать людям, постараться понравиться людям. Если ты Богу не понравился, какая разница, кому из людей ты понравился? Боже, разбей это человеческое рабство. Бог это ненавидит. Он Аврааму сказал: ходи передо мною и будь непорочен. Я твой щит, и награда твоя велика. Пусть это как кому-то будет, как спасательный якорь. Бог говорит кому-то: ходи не перед людьми, ходи передо мной, будь искренним, потому что Бог с искренним поступает искренне, Бог с чистым поступает чисто, а с лукавым по лукавству. Ты врать можешь себе, окружающим, но не ври Богу. Самое главное, будь искренним, будь честен, называй вещи своими именами перед ним. Бог ценит это. Ходи передо мною и будь непорочен. Я твой щит, и награда твоя велика. Моя молитва только об одном. Я знаю, что моя любовь к Богу и любовь Бога ко мне —
Это есть ядерное оружие против дьявола, против бесов, против мерзости, против всякого нечестия. И других оружий нету, и других средств нету. Там, где нет любви, вся наша религиозная деятельность превращается в кимвал звучащий и в медь звенящую. Боже, пусть в этом году медь не звенит. Пусть в этом году кимвалы не гремят. Пусть в этом году слава Твоя приходит к нам. Давайте склоним наши головы. Тен мадера гласу бежиндала парсу бечетея. Камазе грубах и цумеджи ли цумбанди аста. Блабизу биджи алгурид альбера лабре баджонди. Карбе джимар гесимбе. Арда ми негра субе джена лабра бани лангсу манджи лири глиса тая. Корбахе се дженела балюре зубе джедея. Корга берга бо джанди ла. Фрамине лезе проджи легра соча мека. Албаре лире гре се чедерия. Блажены чистые сердца, ибо они узрят Бога. Блажены чистые сердца, потому что, взирая на славу Божью, они будут преображаться в тот же образ. Драгоценный Дух Святой, я прошу, пройди по рядам. Разрушь эту мерзкую религию самоправедности и возвышения. Боже, пусть каждое сердце смирится перед Тобою и познает Твою великую любовь. Пусть эта любовь вызовет обратный шквал человеческой любви к Тебе. Боже, мы хотим иметь такую любовь к Тебе, которая ненавидит грех и беззаконие. Кесамбеджая. И мы ревнуем о дарах, и мы ревнуем о этом помазании. И просим, помазывай нас елеем радости. Больше всех участников. Каменджана на Боге де. Армахетсе чотила Боге патай. Армене рекон сабе ченгро бекентула. Арпита лебра кинта порка пета лабр зуба джая. Ала бенере лакус, тала мегора мегесу чере лея. Мерда беле легра, занже легра манже лея. Молись и скажи, Господь, хочу познать Твою любовь. Хочу познать Твою милость. Хочу еще глубже уйти в глубины Бога, в мир Духа, света, тишины. Туда, где нет людской тревоги, в просторы вечные Твои. О Боже, помоги нам растворяться в Тебе. Помоги нам потеряться в Тебе. Помоги нам пережить Тебя. Пусть наше чистое сердце станет обителью Твоей. Пусть наши тела станут храмом живущего в нас Святого Духа. Гальменела команела Божье дириза бонградая. Аллилуйя. Алеменчена лебро безеджендалея. Керманга санже лебро баджендалая. Сердце чистое сотвори во мне. И своею живою водой. Сердце мое омой. Сердце чистое сотвори во мне. И своею живою водой. Сердце мое омой. Сердце чистое сотвори во мне и своею живою водой. Сердце мое омой,
сердце чистое сотвори во мне и своею живой водой сердце мое омой. Сердце чистое сотвори во мне и своею живой водой сердце мое омой. Реки воды живой, реки воды живой, реки воды живой, это Дух Святой. Реки воды живой, реки воды живой, реки воды живой, это Дух Святой. Сердце чистое, ты живой. Реки воды живой, реки воды живой, это Дух Святой. Киламани храмасеаманосо, аламина аламне, аламандое и сено, сенафо, аклемане лецумане алеле. Я люблю тебя. О, Иисус, я люблю тебя. О, Иисус, возьми меня. О, Иисус, я люблю тебя. О, Иисус. О, Иисус, возьми меня. О, Иисус, я люблю тебя. О, Иисус, возьми меня. О, Иисус, я люблю тебя. Сердце чистое, сердце чистое сотвори во мне своей живой водой сердце мое омой. Сердце чистое сотвори во мне и своей живой водой сердце мое омой. Реки, реки воды живой, реки воды живой, реки воды живой, это Дух Святой. Реки воды живой, реки воды живой, реки воды живой, это Дух Святой. О, Иисус, возьми меня. О, Иисус, я люблю тебя. О, Иисус, возьми меня. О, Иисус, я люблю тебя. О, Иисус, о, Иисус, возьми меня. О, Иисус, я люблю тебя. О, Иисус, возьми меня. О, Иисус, я люблю тебя.
Иисус, возьми меня. О, Иисус, я люблю тебя. Когда во многих будет охладевать любовь, Дух Святой, пусть это не случится со мной. Пусть любовь никогда не оскудеет и не охладеет. Я молюсь сейчас о тех, кто сегодня здесь. Я прошу Дух Святой. Забери каменное сердце и дай нам сердце плотяное. В чистом и любящем сердце пусть происходят чудеса. Пусть слава Твоя меняет нашу жизнь, наши отношения. Дух Святой. Каламери судьи баталама. Элама сандыр баха сенчу лаба киту лаба хата лебе кота лебе ду лаба кичу тере лебу гата. Куламена лесу манила лемен шея. Куманила лама сор минала лебе сари реге. Kumani la la mra sor, mani la le beje. Ura mina le smale, ura mina le bacina la mage. Ura mina le xamale, ara mra sor, ara mra sor. Alamin alim sume, uramante, uramante, uramante. Alamin alisman banji mandale, alarin jinade brusa badegale imalaba, uramante.
возьми меня. О, Иисус, я люблю тебя. Любовь Божья изливается в сердца наши Духом Святым. Чем больше ты исполняешься Духом Святым, тем больше любовь Его наполняет тебя. Кида банджи бедери, кораменала я сареба джам алегру беджадалая. Хала бедж тала бери, ала махеста боджи бедери. Халаба джега маджэнда лабо джедалая. Корми джинда лэк собе джедели. Брамена лэре рогрессама лэре лебре. Алаба шатала лэбре се. Халаба сима лэле. Брамена лэраме сама лэраме сама лэле. Glory, kina mas tu mane mane sama jendala. Hallelujah. Gela mas anji bata la la bashete. Gla medya kere besachete. Kala bazaji bedere de besachete. Keda la la basachi beta la la besachete. Kalabaza bajebe da barosa jeli. Glama si jenere de brese jeli. Kraba de brusa jeli. Kama na basuri bidi ibre. Brame na kinto la bajedala. Kambe stabore jakita la bosa jetela la bojedala. Hallelujah. Ramble sabere jigedele. Hallelujah, bless Abba Jigedere. Kamenda laba zujibetere brage jedere. Hallelujah. Blow. Kanda laba zujibetere. Kera masamanje. Glory, glory, shendelele, shendelele. Oh, que la mossa la bona, la bala bocchia la mossa. Le quiero mozón de la era la monora visita a te. E que la mozón de la monza la era. Сердце чистое сотвори Божий дух правый обнови. Кельмо кельвене мо сын де ла мохай. Ликиро мо дале мо най сыне. Ликиро мо сын де ла мо сына ле. Ли мормона ли вира бо соте ла бо са. Лики мо нас на ревите ру мон де ле. Кельмо кумбра мо сан де ла бро сыте. Мы раздираем свои сердца и души перед тобой. Lo che rovisto mondo ne te che le te alla ma sola ma che la mozzita e lo che rovisto la brutta le visse e le vermona rivisto l'amore che la mozzita che mona l'amore rivisto il mondo ne che te lo vuoi alle verblo che rovisto lo boro bascita e le mormo santa le vermona che vuoi
Дух Святой, Дух Святой, дай жажду в наши сердца. Наполни жаждой Духом Бога искания. И мусор бьет ровар гуси, а монолит ромокел в высоте. Мы не соглашаемся идти в Новый год со старым багажом. Эловар бис, алабур месете, алла кетура посоле мечит, или вербиху ромосонали, или верблока ревиса талабаса, а на химбовар месте. Мы хотим, чтобы исполнилось всякое слово, которое ты говорил через пророков своих. И чтобы ни одно из них не было отменено из-за наших грехов. Эльвора посытала, или мы кем просытала. Или верби хрупосу торебосия, или вербана рибас, или вербана гелек, или ментеры вериби хурабахай, или вермона рибисе телемахай, или вербоку торебосандалай, или верби келопосу ты, Дух Святой, ты приносишь святость, ты даешь ненависть к всяким зависимостям и грехам, и всему, к чему мы привыкли. Дух Святой, ты нужен нам. Отец, ты не мерую даешь Духа Святого просящему тебя. Излей, так, чтобы мы возненавидели все прошлое, все нечистое. Элловар басаламаха. Или мергита ломоса рамона, или вербика ломона мазата лебеджи, или вермона кибрэйта тай, али кимбоса васита, или моно ревира балахай, али макута ламона ревира бай, или вербики тура басанта ламохай, али маху ламарей, али барамахай, али барамахай, или вермона кей, или вербота лемас, или вермона кибота рамоси, или вергота ломаха, забери всякий камень, разбей всякое каменное сердце и дай нам сердце, способное чувствовать твое сердцебиение. Калвора Бога Маламонай, или кервиса ломора Масита, или вербики Румондалай, или верблок кервиса Даламахай. Открой наши глаза, открой наши уши, чтобы видеть тебя, чтобы слышать тебя, чтобы идти твоим путем, чтобы повиноваться тебе, чтобы исполнить то, для чего ты призвал каждого из нас. Дух Святой, Дух Святой, драгоценный Дух Святой, очищай свой храм. Очищай свой храм, пусть там жертвы мирные приносятся. Эловар мосаламора макинта ламай, эловар гилоброт лифаер виси, аламанея мосинта лай, баламорома кута ремеси, керамоноре вири виса, эловар гилоброт лифаер маси, аламар моноре вир виси. Дай нам слышать музыку неба, дай нам слышать голос Твой, дай нам видеть Твое величие, Твое могущество и красоту, дай нам видеть то, что Ты приготовил для каждого избранного Тобою. Элою глори вермона лева, илмана ревисом морей, илмана ревасонней, Ila monare yonaye, ila moire, lore viromosi, lere mino la monare viyane, o la monone, uremoso, o ya la mane, ila moire.
Восходящих и нисходящих. Мы хотим видеть славу Твою. И пусть эти дни, они не будут для нас напрасными. Пусть эти дни принесут ожидаемое. Пусть эти дни принесут награду. Пусть эти дни смирения принесут благословение во все сферы нашей жизни. Пусть эти дни смирения станут для нас новым началом. Благодарим Тебя, благодарю, Дух Святой. Благодарю Тебя, Отец. Благодарю Тебя, Иисус, за Твой подвиг. Благодарю, Отец. Помоги нам исполнить волю Твою. Чтобы ты мог гордиться, как ты гордишься сыном своим, который совершил подвиг спасения. Мы хотим быть частью твоих планов, твоей воли. О, Кермоса Ламандала, благодарим тебя, благодарим. Кто-то шел на эту молитву и чувствовал вот здесь, в мышцах, выше колена, как будто это было связано. И вот во время этой молитвы Господь прикоснулся. Если здесь есть такой человек, который вот здесь вот пережил Божье прикосновение, ты почти хромал, и трудно было идти. И вот прямо вот в этом месте Господь прикоснулся к тебе. Если ты здесь, выйди сюда, я хочу помолиться за тебя, чтобы ты получил полностью, полное исцеление. Дух Святой, я благодарю тебя за то, что ты на этом месте. Ты хочешь, чтобы дети твои ходили прямо. Ты хочешь иметь здоровье. Детей. Закрыли глаза все. Поднимите руки. Мы ревнуем о дарах. Дух Святой, я благодарю Тебя. Дух Святой, я благодарю Тебя. Ты хочешь покончить с этими болезнями и с этой немощью. Сила Духа Святого. Сила Божья, наполни его. Сила Божья, наполни его. Легия Махома Ханджела. Ламбеджи Легра Бечетериас. Господь прикасается к твоим мышцам. Манджи Геребресачея. Господь уже прикоснулся к тебе. Ты будешь ходить ровно. Ты будешь ходить ровно. Исцеляющая сила на тебе. Исцеляющая сила на тебе. Рамеджере грабача катала. Тирамога махента. Исцеляющая сила на тебе. Исцеляющая сила на тебе. Твои ноги будут здоровы. Твои мышцы будут здоровы. Наполняй Дух Святой.
Наполняй, Дух Святой. Благодарю Тебя, Господь. Положите свою левую руку на больное место, если что-то вас тревожит. Правую поднимите вверх. Здесь исцеляющее помазание. Подними руку. Скажи, Господь, благодарю Тебя, что Ты на Голгофский крест вознес все болезни и немощи и ранами Твоими. Я исцелен. Я исцелена. Прямо в этот момент я принимаю абсолютное исцеление и восстановление. Отрекаюсь от всякой болезни, от всякой немощи, ранами Иисуса Христа. Я исцелен. Ранами Иисуса я исцелен. Эта болезнь не в моем теле. Эта болезнь в теле Иисуса Христа на Голгофском кресте. Благодарю Тебя за исцеление, за восстановление, за славу Божью. Поклоняюсь Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Воздай Господу славу. Аллилуйя. Давайте подарим Богу большую славу. И хочу всех вас поздравить с первым днем, Днем Победы. И я думаю, что это только мы можем на парочку минут, чтобы объявление выслушать. Это только начало. И на самом деле это такое особенное, хорошее время. Время, когда мы можем соединиться в одном духе. Когда мы можем пересмотреть свою жизнь. И я думаю, что сегодняшнее служение. Я просто вот спасибо большое, пастор Алексей, да, за это такое глубокое слово. У тебя еще есть время. Я просто хочу дать практический совет. Не иди со старым багажом в пост. Потому что если мы с неправильным сердцем входим в пост, мы будем с вами разочарованы. Поэтому часто семидневные посты многим не приносили желаемых результатов. Но когда у нас чистое сердце, это как раз способность, возможность Богу сделать все, о чем мы с вами мечтаем. А пост, а после поста приходит великая награда. Уже началось исцеление. Пост приносит, знаете, какие благословения после поста? Это для твоего тела, для твоей души, первое. Второе, там вот если мы прочитаем, я не буду сегодня занимать время. Но знаете, это благословение на всех уровнях. И для твоей семьи, и для твоей земли, и для вообще для Церкви Божьей. Поэтому освободись. Вот пастор говорил, но у меня еще в духе моем, вот это я могу сказать, да, прости всех своих обидчиков. Потому что именно через прощение человек становится святым. Мы прощены, значит, мы святые. Не от того, что мы что-то делаем там, или мы, если мы прощены, мы святые. И поэтому, когда ты прощаешь кого-то, оставь, позволь Богу простить тебя. А если ты прощен, ты святой, и ты способен будешь на самом деле принять все благословения с неба. Поэтому у нас еще есть время. Сегодня только первый день. Я просто прошу, не иди со старым багажом. И завтра у нас второй день. Поэтому всем вам энергии, бодрости. Я думаю, сейчас мы как-то так, как будто насытились чуть-чуть, да? Так слабость была, а сейчас уже такая бодрость и духа пришла, потому что на самом деле человек живет не только хлебом, но всяким словом, исходящих из уст. И завтра у нас также в 6 часов будем продолжать молиться, слово слушать. И не спрыгивай. Если, знаешь, твоя плоть начнет тебе что-то там говорить, да? А, там есть хочешь. Духом умерщвляй дела плотские. Пусть плоть тобой не господствует. Я вот как-то вчера делилась, я, знаете, первый раз, вот за все время, я первый раз вот входила в пост, где в согласии у меня был и дух, и душа, и тело.
меня даже мысли не было такой, что ой, завтра не есть. Вот такая какая-то гармония, вот что-то такое внутри глубокое. И мне так было, это было новое чувство для меня, когда дух, душа и тело гармонично вошли в пост. Поэтому Господь тебе тоже даст это, подарит, если ты хочешь, но не спрыгивай.